Соловушка с шелковой нитью есть в твоей стране. Сокол, подпоясанный ремнем, есть в моей стране. Строчки из старинной песни, с которой в деревнях сватали за женихов красавиц-невест, словно описывают всю дальнейшую жизнь молодых. Больше не летать соловушке весь век вольной птицей. Ниточкой она теперь удержана. Да и сокол с годами все реже будет покидать гнездо, сидя на привязи. А как состарятся птицы, да станут негодны для звонких песен да для доброй охоты, так и вовсе избавятся от них. «Соловушка с шелковым пояском» – премьера спектакля с таким названием прошла в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Режиссер Рашид Загидулин обратился к одноименной пьесе Аяза Гилязова в связи с предстоящим в январе 2018 года празднованием 90-летия со дня рождения писателя. Прошло 30 лет, в 82-м году написана пьеса, и игралась она у нас довольно долго, на протяжении 6 лет в то время, в постановке Равиля Тумашева, главного режиссера театра Тинчурина. В тот период шла с большим успехом и, в принципе, делала кассовые сборы. Я посмотрел и потом понял, почему. Она на самом деле, она без какой-то излишней социальности говорит о простых человеческих проблемах, которые актуальны всегда. Аяз Мирсаитович Гилязов стал известен всему читающему Советскому Союзу в 1964 году, когда на русском языке вышла в свет его повесть «Три аршина земли», которая была отмечена премией журнала «Дружба народов». Пьеса «Соловушка с шелковым пояском» была написана весной 1982 года, а основой для нее стали наблюдения писателя за жизнью обитателей дома престарелых в одной из деревень Актанышского района. Переоценка ценностей, переоценка отношений, переоценка вообще взгляда на этот мир. Они требуют, конечно, больших душевных затрат, и кто-то в этом, наверное, сникает и, в общем-то, теряет смысл дальнейшей жизни, а кто-то, наоборот, думает, что нет, не все потеряно, можно еще дальше. Ну, по принципу, стакан полон, стакан пуст. Над зеркально гладким, спокойным, как жизнь в какой-нибудь благополучной стране озером, перекинут мост. Словно мост через время, соединяющий прошлое и будущее, молодость и старость. Говорят, раньше в озере водилась рыба. А теперь только миасарабы ставит удочки на потеху обитателям дома престарелых. Да вот только за все годы пребывания здесь он ничего не поймал. Заслуженный артист Республики Татарстан Салим Мифтахов своей неизбывной энергией держит динамику истории, но каким трудом? Почему у меня эмоции такая, да, эмоционально все это хозяйство? Потому что я же говорю, в четырех домах престарелых я был, да, я там видел. Поэтому я не могу смотреть это, вспоминать так просто, не могу. Вот видите, сейчас. Вот видите, я не могу вспоминать так просто. А потом, вы знаете, у него ведь задача, это самое, сыновья умерли, да, жена умерла. Он не может жить один, все это бросил и это самое, приехал сюда, в дом престарелых. И здесь не может он жить, да, вот нашел себе подругу, как говорится, да, и вот уговаривает ее, давай поедем, поедем, давай к нам, поедем в деревню. Она не хочет, не хочет, поэтому ему очень плохо, очень трудно ему. А история эта простая и сложная одновременно. На фоне озера юная Шифан ждет от Расима взаимности, а Асма – благоразумия. Миасарабы готов отдать все, что у него есть – золотые руки, доброе сердце и свою любовь – Рашиде Апе. Дитя своей эпохи, цепкая Хурия, выживает, как умеет. Адгам пытается не потерять остатки человеческого достоинства. И лишь Рашида, кажется, уже все поняла про эту жизнь, но не в силах объяснить это другим. Акцент, естественно, делался на строительстве вот этих вот человеческих отношений. Буквально на мизерном уровне, когда вот что-то где-то на дыхании, в конце концов, когда и все. И дальше уже ничего не происходит. Внешним каким-то эпатажным проявлением этот спектакль не осилишь. Поэтому, опять же, пошли традиционным путем, сделали красочную декорацию, на фоне которой как бы существует. Знаете, ну, с одной стороны, как у Антона Павловича Чехова, когда люди разговаривают, пьют чай, а в это время рушится судьба. Вот здесь вот это из этой категории. Я не хочу сказать, что это прямо вот по Антону Павловичу Чехову, но отношения строятся именно так. Они ходят, чего-то разговаривают, а при этом рушится целая судьба. Современная философия «никто никому ничего не должен»
оборачивается и для взрослого поколения, и для современников многочисленными потерями. Кто-то теряет родных и близких, кто-то цели и смыслы, кто-то любовь и самоуважение. И мост, который годами стоял над озером жизни, может вскоре прогнить и развалиться, ведь соединять станет нечего. –